Акция «Россия – это мы» объявлена Национальным музеем Республики Башкортостан. Наш краеведческий музей присоединился к ней и организовал свое игровое мероприятие для самых маленьких посетителей. Отличным поводом для такой акции, конечно же, стал День России. 12 июня 1990 года Российская Федерация приняла государственный суверенитет. И вот именно с этого дня, 12 июня, считается Днем России. Это один из самых молодых праздников, который символизирует как раз новый этап в развитии нашей страны, этап современной России. О главных символах нашей страны ребятам рассказали работники музея. Сначала музыкальный видеоролик и патриотическая песня, а затем небольшая вводная перед квест-игрой. Специалисты наших учреждений подготовили очень интересную квест-игру, в ходе которой ребятки, ее участники, получат интересные знания об истории происхождения этого праздника, о символике нашего государства, нашей республики и нашего города. Квест-игра предполагает движение детей по разным станциям, и хотя в каждой игровой локации даются свои задания, их объединяет одно. Ответы и подсказки можно найти среди экспозиций музея. Наш герб утвержден в 2006 году, официальный герб города Кумертау. Раньше, когда город у нас строился и существовал, не было герба, была эмблема. На нашей эмблеме города Кумертау были изображены предприятия, которые давали тепло, это наша ТЭЦ, давали электричество, это КЭС. И главное производство – это угольная промышленность. Станции игры были расположены так, чтобы дети смогли на месте найти ответ. Но это не значит, что задания должны быть легкими. Послушайте, здесь вы точно должны отгадать. Послушайте, он как круглая кастрюля, он чумазый, не чистюля. Там, где в печке уголек, кашу варит. Котелок. Кастрюля. Нет, не кастрюля. Ну, прям очень жаль. Вот так ставлю вам минус. Идите-ка, друзья мои, читайте. Экспонаты музея привлекали все внимание детей. Они действительно не только искали ответы на загадки, но и с замиранием всматривались в детали экспозиции. Но приносить ответы на станции все-таки нужно. Итогом этой акции, значит, будет такой цветной ковер, который, в принципе, будет из ладошек победителей вот этой квест-игры, который мы отправим в Национальный музей, и вот тем самым зафиксируем наше активное участие в республиканской акции. Роман Бекулов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».